Ребят, привет! С нами Виталий, он проходил школу товарного трафика. И сейчас я задам ему пару вопросов. Виталий, расскажи о себе, чем ты чем занимаешься, что продаешь? Зовут меня Виталий, с Одессы, занимаюсь товаркой, начинал чисто с товарки. На данный момент занимаюсь Телеграмом, ну, непосредственно товаркой, но также развиваю Телеграм, Инстаграм магазины, у меня один магазин с часами есть. Ну, то есть, как и так, ну, основной акцент на товарке. На товарке. А когда ты шел на курс, перед этим ты занимался также товаркой, правильно? У тебя уже был опыт. Да. Я первое обучение, личный коучинг проходил у человека. То есть было уже какое-то понимание, но все равно были баны, то есть куча проблем. Очень сразу в начале курса помог Станислав Смолин, то, что подсказал, как разбанить, то есть как себя вести правильно в Фейсбуке, ну, то есть что правильно делать. Ну, как бы было. Ну, после курса выросли продажи. Ну, количество отправок. А насколько? Что у тебя было до курса и что потом получилось после курса? Ну, до курса у меня был, можно сказать так, было два оффера, где-то было около 20 там отправок, но только в начале курса только меня разбанили и, ну, как бы восстанавливался. И пошло. На данный момент уже, в принципе, где-то 30-40. Постоянной работе 3-4 оффера, но все равно докручиваю, потому что нужно на это все время. Я понял. А почему именно пошел к нам? Почему именно к нам пошел, а не кому-то другому? Пошел, потому что был в Одессе, приходил на мероприятие бизнес-молодости, там, где ты выступал. Ну, как бы познакомился с тобой, то есть. Я не знаю. Ну, понравилось то, что ты рассказывал. То есть результаты ваши. Ну, то есть поэтому и пошел. Я понял, круто. А что именно ты применил на курсе? Вот то, что мы там рассказывали, у нас там было 10 занятий. Что ты именно применил на себе, на свою компанию, вот к себе? Что взял именно ценного? Ценного по Фейсбуку, то есть от Станислава, то есть и еще очень огромный плюс, что он лично там консультировал, то есть в ходе курса, это очень большой плюс. Остальные источники не применял, так как не было времени. По структуре как бы много чего у себя внедрили. По структуре есть, команды ты имеешь в виду? Да, по структуре команды внедрили, Еще буду все равно просматривать еще много раз, потому что один мы не сможем это все потянуть. Я понял. А как ты планируешь дальше развиваться? Планирую выйти где-то на 100 отправок, увеличиваться, а там дальше посмотрим. То есть не хочется именно останавливаться только на товарке, интересно еще много там проектов. Просто если ты умеешь работать с трафиком, можно заходить в любую тему, не обязательно это товарка, то есть можно заходить и в Телеграм, и в Инстаграм, много источников, откуда можно получать клиентов. А именно школа помогает тебе понять именно трафик, чтобы можно не только именно знания на школе применять не только к товарке, а еще к другим нишам, там, к услугам, например? Конечно, но почему нет? Механизм, в принципе, он одинаковый, да? Просто это уже зависит там, от человека, как он сможет эти все инструменты применить в другом русле, на другой платформе, да? Просто на данный момент Facebook, Instagram — это максимально платежеспособная аудитория. Работать не тяжело. То есть, если ты еще живешь там возле каких-то оптового рынка, или у тебя есть какие-то свои услуги, то есть ты, грубо говоря, стоишь там у истоков, да. То есть можно при минимальных вложениях, то есть, сразу начать получать какие-то деньги. Окей. А стоит ли идти вообще в школу другим?
Да, да, конечно. Ну, если ты есть, ну, можно и, ну, то есть моя ситуация, что я примерно что-то понимал, но учиться всегда надо что-то новое черпать, а если у тебя вообще нету никаких, ну, то есть понимания о Фейсбуке, да, о товарке, или, то есть о продажах, в любом случае нужно идти, разобраться для себя, что это, как оно работает, то есть пробовать, и в дальнейшем, даже после прохождения, нужно, ну, нужно постоянно делать, потому что товарка — это больше про опыт, да, ну, постоянно нужно там тренировать свой скилл, то есть такого плана. И последний такой вопрос. Что ты посоветуешь тем, кто сомневается, идти, не идти на, обучаться? Что ты им посоветуешь? Ну, как бы посоветовал бы, наверное, то есть как я выбираю, идти на какое-то мероприятие или нет. Я сначала слежу за человеком, то есть слежу за каким-то его результатами, для себя оцениваю, смотрю там Instagram страницу, то есть смотрю какие-то результаты. Если, ну, в словах человека есть какая-то там правда, то есть есть результаты того, о чем он говорит, что он от себя несет, то, конечно, нужно идти. Ну, то есть и всем бы советовал, то есть идти очень. А еще немаловажно то, что в школе каждый блок, то есть ведет определенный человек. То есть не то, что один человек рассказывает за все, и за Facebook, и за Google, и за Яндекс. То есть это очень, ну, то есть очень правильный подход. Ты именно считаешь это именно ценно, именно не потому что один все ведет? Да. Ну, для меня это было ценно, потому что, ну, то есть, когда один человек рассказывает чисто за свой источник. Ну, то есть, такого плана. То есть, специалист, что... каждый в своем источнике намного лучше, чем один обо всем, правильно? Да, больше так. Такого плана. Ну, всем советую идти. Хорошо, Виталий, спасибо за отзыв.